Сейчас уборка в сельхозпредприятии «Свободный труд» Новоселицкого района идет полным ходом. Собирают иришку, так называется сорт пшеницы. Руководитель хозяйства рассказывает, что к уборке приступили 6 дней назад и уже собрали почти половину. В планах выйти на свой личный рекорд. На сегодняшнее на утро мы убрали 3800. 3800 осталось 2,5. В прошлом году мы закончили год, у нас урожайность была 47 центнеров. В этом году мы сейчас вышли на лучшие предшественники, то есть конец у нас, значит, будет идти по лучшим предшественникам. Я думаю, где-то в районе 60 мы должны закончить. Владимир Владимиров оценил уборочную работу с высоты птичьего полета. Облетев 11 районов, вертолет приземлился в хозяйстве «Свободный труд». Интересовался глава края ходом уборки, а также конкурентоспособностью этого хозяйства по сравнению с другими. Соседи как? Ну, соседи чуть похуже, но они равняются, подтягиваются. Ну, это и правильно. О промежуточных результатах страды на совещании Владимирову рассказали все главы администрации районов края. У кого-то возникают проблемы, кто-то идет на опережение. На данный момент средняя урожайность района в пределах 37 тысяч тонн зерна с гектара. Это неплохой показатель, но, как отметили, расслабляться рано. Впереди еще много работы. Все-таки повторили, буквально нам предстоит брать зерна свыше 2 миллионов гектаров. Вот цикл сопутствующих работ, много мы сегодня видели. Руководитель региона поставил ряд задач перед главами. Одна из них – обратить внимание на проблемные хозяйства. Набирайте эти хозяйства, которые, ну, назовут по-русски дюжонку. Набирайте их потихоньку, да. Мы в любом случае к правительству обратились об установлении вилки, не об отмене их нормативов, а об установлении вилки платы за кадастр. За землю. И мы этим путем пойдем, будем через правительство. Но вы тоже смотрите на своих, ну, знаете, давайте уж по факту скажем. У нас сельскохозяйство поддерживается и в части минимизации налогов, и в части всех возможных и невозможных дотаций на сегодняшний день. Возврата по, кроме как мы, наш социальный проект, мы возврата как такового не видим, не ждем и не сильно за ним стремимся. Нам нужно, чтобы оно было прибыльно и максимально прибыльно. Все, вот мы еще к чему идем. Экватор страды уже достигнут. Предприятие начинает готовиться к уборке других сельскохозяйственных культур. По прогнозам, урожай обещает быть очень хорошим. Урожай, который нас ждет уже после большой жатвы, подсолнечник, кукуруза, он будет гораздо лучше, чем даже в прошлом году. И дай бог, чтобы так было всегда. Юлия Баженова, Григорий Муратов, Информбюро, Новоселицкий район.